сэр. Беглецы вышли из зоны наших радаров. Да и еще этот непроцветный туман. Свяжите меня с генералом. Есть, сэр. Слушай, надеюсь, вы с хорошими вестями. К сожалению, нет. Им удалось ускользнуть от нас из-за непогоды. Такое простое дело, и вы его провалили? Найдите их, или вы будете разжалованы. Или еще чего похуже. Боже, ни на кого нельзя положиться. Все надо делать самому. Да, сэр. Удвоить охрану на всех объектах и КПП и прочесать все ближайшие базы побережья. Будет сделано. А я пока проверю, как там дела у профессора. Мы на месте. Нужен один доброволец, который отправится со мной в город за профессором. А вы замаскируйте корабль и укрепитесь тут на базе в случае непрошенных гостей. Как успехи, профессор? Все хорошо. Процесс по усилению КВ-44 «Патриот» идет полным ходом. Разрешите поинтересоваться, зачем нам опять усиливать армию, если война закончилась и мы подписали мирный договор с Японией? Закончилось? Все только начинается. Жду КВ-44 «Патриот» к сроку. Не подведите меня, профессор. Он обезумел. Я не собираюсь развязывать новую войну. Пора сваливать отсюда.